На набережной в день физкультурника работал пункт приема добровольцев на контрактную службу. Напомним, что в Самарском регионе по поручению ВРИУ губернатора Вячеслава Федорищева увеличили единовременную выплату при заключении контракта до 1 миллиона 205 тысяч рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу можно узнать также в Самарском пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих подписать контракт, проводят тестирование, медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, социальных гарантиях, льготах и компенсаций не только для бойца, но и для членов его семьи. Я хочу помочь своим товарищам, не могу уже больше терпеть этого. Хочу дать отпор врагу и пойти в контрнаступление. Сейчас, если мы не соберемся все вместе, враг пройдет еще дальше и будет уже поздно. Поэтому сейчас самое время. Я считаю, что да, каждый гражданин Российской Федерации должен вступить сейчас в трудное время в вооруженные силы Российской Федерации и помочь нашей стране.